Первая городская больница Махачкалы в зоне особого внимания главы республики. Накануне Владимир Васильев поговорил с врачами медучреждения в режиме видеоконференц-связи и пообещал поддерживать больницу и обеспечивать всем необходимым. Врачи живут в медучреждении уже почти 2 месяца. Многие из них поделились, как им нелегко находиться вдали от родных и с какими трудностями приходится сталкиваться. Тяжелее всего, наверное, это самое начало. Когда мы только запустили нашу больницу, когда вступили в работу первые бригады, этот поток больных, знаете, немножечко вот этот вот период нам надо было пройти. Потом поток пациентов, тяжелых больных, мы все их через себя проносим, переживаем вместе с ними, видеть это все было очень сложно. Страшно было. Но, знаете, мы сегодня прибыли в «Москвичи», вот мы побеседовали с пульмонологом, с инфекционистом, они нам немножечко придали уверенности в себе. Московские медики, прибывшие в Дагестан накануне для обмена опытом, тоже присутствовали на виртуальной встрече с главой. Они высоко оценили деятельность дагестанских врачей в больницах города. Руководитель региона, в свою очередь, призвал глав муниципальных образований последовать его примеру и взять на себя личное шефство над конкретными медицинскими учреждениями на вверенных им территориях. Я для себя вот беру как теперь уже пилотный проект вашу больницу и буду вот постоянно уделять внимание и смотреть, как по больнице решаются вопросы. Так получилось, что вот мы сегодня имеем эту возможность с вами познакомиться. И я буду работать с вами, и мои коллеги обещают тоже самым добросовестным, заинтересованным образом. Скорость поддержки будет обеспечена на высоком уровне сегодня, завтра или в последующие дни. По тому, как живете, мы сейчас посмотрим и будем делать ровно так, как вам будет удобно.